Всем привет! Сейчас расскажу про микрофоны компании Sennheiser, а конкретно про серию Evolution, про HandMic, про MK Digital и про нашу новиночку XS1. Итак, начнем с новинки. Это микрофон XS1. Он поставляется вот такой компактной упаковочке. Мы можем посмотреть, что внутри. Итак, микрофон XS1. Это новинка. Бюджетный микрофон компании Sennheiser. Динамический, кардиоидный, имеет кнопку включения и выключения. Также микрофон-держатель и, собственно, вот такой вот удобный чехол. Данная модель предназначена для работы на сцене, на репетиции. Это бюджетное решение для начинающих музыкантов. Среди ручных микрофонов Sennheiser присутствуют две линейки. Это линейка Evolution 800 и Evolution 900. Evolution 800 – это линейка микрофонов для начинающих музыкантов, для тех, кто хочет иметь качественный микрофон с хорошим звучанием. Серия Evolution 800 начинается с модели Evolution 825. Модель 825 – это самый доступный динамический кардиоидный микрофон. Далее идет микрофон E835. Вот он выглядит вот так. Одна из самых популярных моделей – это динамический кардиоидный микрофон, который имеет прочную конструкцию. Также есть вариант с переключателем. И что очень важно и является характерным для всех микрофонов Sennheiser, их микрофонные головы калибруются на нашем заводе в Винни-Бостеле. Также в линейке микрофонов Evolution 800 есть микрофон 845. Это микрофон суперкардиоидный, динамический. Кроме того, есть еще микрофон E865. Это уже конденсаторный микрофон. Кроме 800 серии, также у Sennheiser имеется серия 900. 900 – это выбор профессионалов. Серия Evolution 900 включает в себя несколько моделей, в том числе Evolution 935, 945, 965. 935, 945 – это динамические микрофоны. Один из них кардиоидный, другой суперкардиоидный. И 865 – это довольно-таки интересная модель. Это конденсаторный микрофон, который имеет ряд особенностей. На нем есть переключатель диаграммы направленности, также аттенюатор и обрезной фильтр. Также есть интересное решение для мобильной журналистики. Это новинка HandMic Digital. Это динамический кардиоидный микрофон, который можно подключить к любому iOS-устройству и писать прямо в него. Микрофон имеет встроенный оцифровщик от компании Apogee. Мы с ними являемся давними партнерами. И посредством провода Lightning, который идет в комплекте, можно подключить его к телефону и, скачав перед этим бесплатное приложение, записать разговор или вокал. MK4 Digital. Интересное решение для домашней записи и для блогеров. В чем его фишка? То, что он USB-шный. Его можно подключить как к компьютеру, так и к телефону, iPhone или iPad. И больше ничего не нужно. Только бесплатная программа, которую можете скачать в App Store, или программа для записи на компьютере. Его можно использовать для мобильной записи инструментов либо вокала, а также он может быть использован для стриминга.